Втором заседании общества онкологов в этом году у нас несколько изменился формат нашего общества. И вы знаете, сейчас мы немножко так опоздали чуть-чуть. Управление общества сейчас остро дискутирует насчет того, каким должен быть формат. Ну, конечно же, он должен быть прежде всего интересным. Конечно же, он должен быть направлен на развитие, на то, чтобы больше привлекать специалистов, имеющих отношение к онкологии. Ну, мы вот посчитали, проводим второе заседание, наверное, немного громоздко. Наверное, может быть, его научность надо изменить на то, чтобы больше привлекать всех заинтересованных. И вот то, что у нас второе заседание подряд проходит сугубо тематическое, то есть без отклонений на другие области тела, скажем, локализации, то это, конечно, в некоторой степени ограничивает аудиторию. То есть я так понимаю, что вот сейчас в зале сидит и нас по интернету смотрят прежде всего те, кто имеет отношение к опухолям желудочно-кишечного тракта. Наверное, может быть, формат надо расширить, чтобы он имел преемственность к тому, что было, чтобы приходили все онкологи и могли услышать обсуждение тех вопросов, которым они касаются каждый день. Ну, а сегодня наше заседание с вами посвящено опухолям желудочно-кишечного тракта. У нас вчера был первый день конференции. Все, кто хотел, могли в режиме онлайн посмотреть очень интересные операции, сделанные на современном уровне, с современными технологиями. И сегодня мы пригласили специалистов по некоторым технологиям выступить у нас на конференции. И первое слово предоставляется. У нас есть докладчики, да?